Четвертый раз на новеньком авто из Буглена уезжает борец вольного стиля Даурен Куруглиев. Этот приз разыгрывался в Весе, где в свое время боролся инициатор ежегодного турнира в Буйнакском районе Хизриш Ихсаидов. Соревнования завершились накануне в местном дворце спорта. Все подробности в следующем сюжете. Награды соревнований в этом году оспаривало рекордное количество участников – 219 борцов из стран ближнего и дальнего зарубежья, регионов России и дагестанских городов и районов. Церемония открытия прошла в субботу. В ее торжественной части выступали представители министерств и ведомств, депутаты различного уровня, руководители района и ветераны спорта. Спасибо вам за то, что вы каждый год приезжаете сюда, находите новых людей, побеждаете, получаете призы. Это очень важно, потому что служба народа как раз в этом и заключается. Чтобы друг друга намечать, приезжать, знакомиться, поддерживать. Сегодня в этом зале присутствуют борцы Украины, Грузии, Азербайджана, даже из Перу, Южной Америки. Выступившие отметили значимость этого турнира для жителей района и республики, пожелали собравшимся зрелищных поединков, а участникам побед. Уверен, что турнир пройдет на высоком организационном уровне. Наши гости уедут от нас неизгладимыми впечатлениями. И даже хочу обратиться к нашим спортсменам и гостям. Основа этого турнира находится в братстве, дружбе народа Российской Федерации и нашей планеты. Перед началом концертной части зрители увидели товарищескую встречу в категории до 26 килограммов между 9-летними вольниками Рустамом Басыровым и Тимерланом Умаровым. В этой схватке, изобиловавшей техническими действиями, победила дружба 10-10. В категории до 86 килограммов лучшим стал махачкалинец Даурен Куруглиев. Он провел 6 успешных встреч, а за победу чемпион уже четвертый год подряд получает главный приз соревнований – ключи от автомобиля. В двух весах золотые медали достались дагестанским легионерам сборной Азербайджана Муртазали Муслимову и тяжеловесу Джамалудину Магомедову. Первый в финале заставил капитулировать своего оппонента, сумев завершить встречу на туше. Как и в прошлом году, организаторы решили разыграть автомобили среди участников в весе до 65 килограммов. Его обладателем стал воспитанник Каякенской школы борьбы Шихсаид Джалилов. Напомним, что в прошлом году победителем в этом весе стал его земляк Ильяс Бекбулатов. В остальных категориях чемпионами стали махачкалинец Расул Магомедов и хасавюртовец Денислам Тахтаров. Победителям соревнований была вручена денежная премия в размере 100 тысяч рублей. Курбан Рагимов, Арип Ибрагимов и Шамиль Курбанов, телеканал ННТ, Буглен, Буйнакский район.